как далеко-далеко, где-то там в Подмосковье, фотографию сына уронила рука, а по белому снегу уходил от погони человек в телогрейке или просто ЗК. Мать прислала письмо, захворала сынок, знать готовить белье, уж подходит мне срок. Только прежде чем в путь, мне б хотя бы разок перед смертью взглянуть на тебя бы, сынок. Потеряла покой, все одно как ты там, неужели с тобой уж не свидится нам? Я примчалась к тебе, да подняться не в мочь, и на дерзкий побег, и на дерзкий побег он пошел в ту же ночь. В небо взмыла ракета и упала за реку, ночь опять проглотила очертания тайги, а из леса навстречу беглецу человеку вышел волк-одиночка и оскалил клыки. Человек вынул нож, серый, ты не шути. Хочешь крови, ну что ж, да я такой же, как ты. Только стоит ли бой затевать смертный нам? Слышишь, лай, то за мной, псы идут по пятам. Я ведь тоже, как зверь, в угол загнан людьми. А раз так, ну что ж теперь нам делить, черт возьми? Видишь, сам Бог не дал ни тебе и ни мне. Волк еще постоял, волк еще постоял и растаял во тьме. Рвали повод собаки, в кровь вздирая ладони. След петлял, да терялся, злобно выла пурга, а по белому снегу уходил от погони человек в телогрейке или просто ЗК. Ефрейтор один тоже мать вспоминал, и среди черных осин все бойчее шагал. 10 суток цена, кто назначил ее? Вот мелькнула спина и подняла сывое. Сухо щелкнул затвор, обернулся ЗК. Сука, выдохнул он и взглянул в облака, а вверху пустота, лишь вдали по кривой покатилась звезда, словно в отпуск домой. Снег расплавили гильзы и стек алой кровью человек в телогрейке, безымянный ЗК, далеко-далеко, где-то там в Подмосковье фотографию сына уронила рука. А далеко-далеко, где-то там в Подмосковье фотографию сына уронила рука.